Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Арза, и сегодня мы посмотрим на свежевышедшую модификацию под названием Lost World Origin. Стоит учитывать, что эта модификация в версии бета, и в ней присутствует много недоработок, не стоит судить ее строго. Что ж, давайте пройдемся по первым квестам, познакомимся с нашим героем, если он есть вообще. И вот мы уже в мире сталкером, и вот мы очутились в машине, вот такое вот начало у нас. Давайте выйдем из машины. Вот такая вот машина. Сразу же покажу вам новую фичу. Вот видите. Вот. Можно взять из машины все, что вы захотите. Также можно заправить машину и узнать объем бака, но не знаю, может быть, эти фичи еще не сделаны. Также, что же. Давайте я расскажу вам о сюжете. Сюжет в этой игре такой странный, мы его проходим за стрелка, но мы пока не знаем, кто мы, у нас вообще нет никаких опознавательных знаков, поэтому я не буду сразу рассказывать, но скажу единственное, что мы проходим сюжет за стрелка, что мы два раза очутимся на АЧС, это я все, что я знаю. Ну а дальше мы сами все узнаем, если я буду проходить, если кто захочет. Ну а теперь что, давайте сядем в машину и поедем вглубь зоны. Также давайте я посмотрю наше снаряжение. Вот оно. Патроны, аптечка, водка и спальный мешок, и счетчик Гейгера. Вот так у нас выглядит пистолет. Что ж, давайте поедем вперед. Также предупреждаю всех, кто будет играть этот мод. Машина ведет себя странно. Если нажмете на клавишу остановиться, она остановится далеко не сразу. Поэтому советую соблюдать осторожность. Машина тут отвлекается, ну как сказать, как реальный УАЗик, вот так вот можно сказать. Поэтому вот сейчас я не буду сгоняться, я буду аккуратненько ехать. Аккуратно. Все, думаю, вот здесь мы остановимся. Отключаем двигатель. Выходим. И вот она, наша первая, как говорится, локация, подлокация. Ну, это мне известно. Я даже примерно такое же видел там под прикрытием смерти. У меня тоже есть на него обзор, если хотите посмотреть. Вот. Поэтому тут особо ничего нового. Но давайте посмотрим наше ПДА. Так, вот тут добавлено добавление метки. Тип метки можно добавить. Понятно. Все это довольно уже старо. Ничего тут нового нет. Вот она, наша карта. Так, давайте посмотрим. Янтарь, Негропром, свалка, темная долина, болото, кордон, темная лощина. Вот оно как. Завод Росток, военный, не знаю, это, наверное, военные склады, да, узнаю. Затон, рыжий лес, так, тут ничего, радар, Припять. Припять — это вообще хорошо. ЧС. Окрестность Питера. Чернобыль 2. Ладно. Так, контакт тут у нас все есть. Только что-то без фотографий. Вот вы видим. Мы видим то, что мы военные. Вот что самое главное. Мы военные. Ну, а в принципе, давайте вспомним. Стрелок ведь был военным. Он был ученым. Он был скорее военным, чем сталкером. Только потом уже с прохождением игры «Тень Чернобыля» мы узнали то, что... А так, в принципе, стрелок был в самом начале военным, он же работал на военных, он был, по-моему, ученым, насколько я помню. Ладно, теперь давайте посмотрим, что у нас вообще тут есть. Ну, конечно же, я не буду греха таить, я уже... Так, подлагивает. Я не буду греха таить, что я уже, конечно же, все это играл. Давайте вот подойдем нашему другу. Здорово. Спасибо, что согласился помочь. Куда теперь? Все. Теперь нам нужно поговорить с командиром блокпоста. Давайте. Здравия желаю, товарищ майор. Не торопился, солдат, смотрю. Это про тебя мне пора. Прапорщик сообщал, так точно, прибыл для несения гарнизонной службы. Отлично, тут у тебя поручение как нельзя кстати, ботанички к нам заезжали, все разнюхали, да вы спрашивали. Сегодня около 6 утра вся их группа в составе 4 человек отправилась на болотце, недалеко отсюда, мол, замеры сделать.
ними была пара моих людей. И до сих пор от всей этой... этих яйцеголов ни слуху, ни духу, никто на связь не выходил уже несколько часов. Их нужно отыскать, заодно освоишься здесь. Отправитесь вместе с Гайкиным на это сраное болото, разведайте, что там, сразу выйдите на связь. Обнаружите Гавриков живыми, за уши на блокпост вернете. До встречи. Так, у нас сразу сохранилась игра, скриптом таким. Никто нам не дал никакого оружия. Давайте посмотрим, может быть, где-нибудь тут что-нибудь лежит. Что же это? Так, это у нас спит. О! Так, ну вроде тут больше ничего нет. Я просто сейчас смотрю, в прошлый раз я когда играл, мне нельзя было доставать пистолет, а теперь вдруг можно. Ладно, давайте подойдем все к тому же Гайкин. Так, надо вдвоем смотаться на болото. Все, пойдем. Слышь, ты чё? Ну, пойдем. Что это у нас? Место пропажу чё? Так, ладно, давайте сохранимся сначала. Что же, короче, я немного не понимаю. Я просто думал, что нам должны дать какое-то снаряжение, ну, сами посудить-то. Ладно, давайте я сяду в машину, посмотрим, что будет, как он будет себя вести. А, в чем прикол, мы-то выехать никак не сможем. Ладно. Машинка пусть останется здесь. Пойдем со мной. Что у нас тут написано? Ну вот он, как видите, он за нами бежит. Так что давайте побежим по кордону, посмотрим, что у нас здесь есть вообще. Что это такое? Они, по-моему, не разбиваются. Ладно. Неразбиваемый ящик. Так, давайте дальше. Бежим. Ух ты, как он бегает. Давайте сохранимся. И пойдем дальше. Вот наша деревня новичков. Давайте заглянем в нее, естественно, посмотрим, что у нас тут да как. Где наш Сидор? Чужой. О! Так они мне красные. А они мне враги. Ты что делаешь? Ладно, ладно. Пойдем отсюда. Так, друзья, давайте я лучше пересохранюсь. Так, сделаю. Да, вот это то, что нам сталкеры не дружественны, это очень плохо. Ну, не люблю я воевать со сталкерами. Привык всегда считать их своими друзьями. Эх. Теперь и к Сидору не подберешься. Ладно, я думаю, сейчас недолго она будет загружаться. Не буду вырезать этот момент. Давай же, давай. Ну вот, мы загрузились. Ладно, давайте обежим это. Деревню не будем.
где? Мама бежит. Только где? А, вот он просто. Ладно, все правильно. Давайте сохранимся. Так, тут у нас зверьё. Так. У нас тут кто-нибудь есть? Ящики не разбиваются. Давайте посмотрим, что у нас тут удастся найти. Вообще. Да вообще ничего нет. Так, вот он ты. Пойдемте дальше. Библовская локация, это уже понятно, заметно. Вот мы тут. Давайте еще раз засеемся. Кто? Понятно. Я даже... Ты меня прикрывать будешь? Как тебе там, гайки? Ты что сделал? Ты будешь стоять, что ли? Я должен... Красавчик просто вообще. Ладно. Давайте возьмем бинт. Давайте глянем. Место пропажи ученого. Сейчас посмотрю. Рука зомби. Ну, стой. Так и ты будешь болт кидать? Давайте съемся. Да ты просто профи, я смотрю. Даже трупа не оставил. Я не знаю, снаряжение какое-нибудь. Просто оставил мне на произвол судьбы и все. Добраться до лагеря сталкеров. Хорошо. Давайте сейванемся. Коль сейф, ну ладно, пусть. У нас тут работает сейф. Ладно, давайте сделаем. А, тут у нас, по-моему, нету такого, что я привык делать. Да, тут нету. Ну ладно, не в этом суть. Давай теперь сохраним мое последнее сохранение, а то я немного не то сделал. И отправимся дальше. И в след... И, короче, нам теперь нужно в деревню. Деревня новичков. Так, это машина у нас. Подожди, подожди. Не сильно это радиация. Убегаем, убегаем, убегаем. Наконец-то все, они мне свои. Так, все. Я все еще истекаю кровью, да ладно. Придется есть аптечку. Боже мой.
хорошо. Так, давайте посмотрим, может быть, у нас что-нибудь тут есть в домиках. Так, тут у нас ничего интересного. На второй этаж никак нам не забраться. Так, ладно. Ладно, я думаю. Понятно. Вот я, в принципе, добрался, что не так. Давайте спустимся к Сидору, если это он вообще. Так, понятно, это не он. Давайте поищем другой бункер. Вообще, где может быть Сидор? Слушай, а кто-нибудь из вас сможет принять? Все, держи, друг. А то я сейчас умру от радиации. Ну, заметили вот эту белую цифру от радиации? И она на меня чуть не сожрала уже. Вот, вот он. Тут за кустами он спрятан. Фиг найдешь. Сидор хитрец, как всегда. Фу, понятно. Ну что же, я думаю, на этой плачевной ноте мы закончим этот первый взгляд. Вот он, Сидор. Ну и что? Что теперь делать? Что будет дальше? Что будет со мной, неизвестным персонажем? Неизвестно, где Сидор. Даже как-то, как частичку родного у меня украли. Ладно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, кому понравилось. Ставьте дизлайки, если что-то не так, пишите в комментариях. Что ж, всем пока.